этом году мы познакомимся с лучшими образцами французской прозы. А главное, научимся выражать свои мысли, рассказывать истории. 0-6-3. Да, паршиво в этом году. Это худший курс в моей жизни. Послушай, в субботу я объедался пиццей и смотрел телек, а в воскресенье не делал ничего. Я не просил написать поэму александрийским стихом, только рассказать о выходных. В субботу я пошел на занятия к Рафаэлю Артолю. Как только я переступил порог, мое внимание привлек один запах. Запах женщины среднего класса. И тебя не удивляет, что это написал 16-летний парень? Нет, меня не удивляет. У него дар. 17 баллов за насмешки над приятелем моего матери? Вернувшись в дом, дом самой обычной семьи, я снова помогаю Рафа. Ты скатился в пародию. Лови, сынок. Это Дон Кихот. Ты становишься все ближе к персонажу. Все в настоящем времени. Для меня это способ остаться в их доме. Я не понимаю, чего ты хочешь. Я просто преподаю литературу. Ты должен задать себе один важный вопрос. Что будет дальше? Он подсматривал за ними. Они просто его герои, Жан. Это становится все более достоверным. Все более опасно. Все это плохо кончится. А! Очень плохо. Вы публично унизили моего сына. Но где его лет? Я просто читал его работы. Он тобой манипулирует. Ты хотел учить его литературе, но это он преподал тебе урок.